павильоне радиоэлектроника на выставке достижений народного хозяйства СССР открылась выставка электронных приборов, изготовленных в странах-членах Совета экономической взаимопомощи. На ней представлено около 200 экспонатов. Успехи в области электроники свидетельствуют о высоком научно-техническом уровне, достигнутом социалистическими странами. Каждый из представленных здесь приборов страна-изготовитель может поставлять своим партнерам по СЭЛу. В этом еще одно яркое подтверждение преимуществ социалистической экономической интеграции.